Здравствуйте! В этом видео я продолжу рассказывать, как оформлять ваши деньги на депозит, и немного подробнее остановлюсь на личном кабинете, какая кнопка, что значит и где вы что можете увидеть. Итак, в данном случае у нас есть на балансе 500 гривен. Случается это после того, когда доверенное лицо подтверждает перевод ваших денег. В противном случае до перевода, до подтверждения доверенным лицом перевода вашего, зайдя в личный кабинет, вы будете видеть надпись, что дождитесь подтверждения вашего аккаунта доверенным лицом. В данном случае деньги подтверждены, 500 гривен у нас попадают на баланс. Для того, чтобы положить их на депозит, нужно открыть окно под названием «Баланс». Тут у нас новый депозит, покупка валюты и вывести средства. В данном случае нам надо новый депозит. Нажимаем «Новый депозит». То есть смысл в том, что деньги, лежащие у нас на балансе, мы ставим на новый депозит. Тут вводим сумму депозита. Предположим, мы хотим эти 500 гривен разбить на два каких-то депозита. Можно положить на один, можно разбить их на три депозита. То есть как вы желаете. Ну, возьмем вариант, что у нас мы хотим на два депозита. То есть мы, допустим, 400 гривен ставим на месяц. T-Box Money U это гривна, T-Box Money E это евро, T-Box Money D это доллар. В данном случае у нас T-Box гривна. 400 гривен на месяц 25%. Нажимаем кнопочку добавить. После этого мы видим, что появилась строка сумма 400, подтверждено, срок вклада 1 месяц 25%. И сразу видим окончательную сумму, которую мы получим через месяц. Это 500 гривен. У нас еще осталось еще 100 гривен. Мы их положим на 6-месячный депозит. Выбираем в выпадающем окне 6-месячный депозит и нажимаем «Добавить». У нас появляется еще одна строчка. Вот вы видите, 100 гривен, подтверждено, 6 месяцев, 55%, 430 гривен мы получим через 6 месяцев. Вот таким образом происходит зачисление ваших денег на депозит. То есть вы это должны сделать сами, после того, как вклад ваш подтвержден. Не вклад, а перевод денег подтвержден. Что у нас еще есть в личном кабинете? Есть кнопка «Вывести средства». При нажатии на эту кнопку, ну, в данном случае написано, свободных средств нет. Почему? Потому что для того, чтобы вывести средства, у вас что-то должно появиться здесь на балансе. Как это происходит? На баланс к вам поступают деньги в двух случаях. Либо у вас размораживается депозит, и они появляются здесь автоматически. Сумма, которая должна быть после разморозки депозита, она появляется здесь. Либо вы привели какого-то участника нового по своему инвайту или реферальной ссылке. И раз в неделю, в пятницу, за текущую неделю выплачивается зарплата. То есть зарплата это есть реферальные бонусы, а также бонус у руководителя, ну и другие бонусы, которые могут быть. Все они отражаются в этой строчке. Когда наступает пятница, сумма, которая отражалась в этой строчке неделю, переходит автоматически отсюда на баланс. Когда деньги оказываются здесь на балансе, вы можете нажать кнопку «Вывести средства», и у вас будет окошечко ввести количество денег, которое вы хотите вывести. Допустим, если сумма там 1000 гривен, вы можете 500 гривен вывести, нажать. И нажать «Ок». Доверенное лицо тут же увидит в своем личном кабинете извещение о том, что один из его инвесторов желает вывести деньги. И по его реквизитам счета будет направлена сумма на вывод. Допустим, вторые 500 гривен вы хотите оставить на другой какой-то депозит. Тогда вы выбираете снова кнопку «Новый депозит», пишете эти 500 гривен и точно так же, как мы делали в предыдущем случае, выбираем. То есть, деньги можно вывести полностью, можно вывести часть денег оставить снова на депозит. Что у нас еще есть? Покупка валюты. Что означает эта кнопка? Имеется в виду, если вот как вот сейчас на балансе 0, а вы хотите сделать еще один вклад, тогда вам нужно купить валюту внутреннюю, T-Box Money.
курс T-Box Money 1 к 1. То есть, в принципе, 500 гривен – это 500 T-Box Money. Ну вот, предположим, мы хотим купить еще на 500 гривен T-Box Money. Пишем «Добавить». И ожидает подтверждение появляется у нас. Еще одна строчка. Теперь нам надо перевести деньги доверенному лицу. Когда эти деньги переведутся к нему, он подтверждает. И эти 500 гривен у нас появляются снова вот здесь. И после этого опять та же процедура. Нажимаем «Новый депозит». Пишем 500 гривен здесь. И «Добавить». И у нас появляется новый депозит. Для того, чтобы сейчас перевести деньги доверенному лицу, как узнать, куда переводить, открываете свой профиль, мой руководитель, мое доверенное лицо. Авдеев Игорь Степанович. Счета доверенного лица. Вот тут счета доверенного лица, полные реквизиты, при нажатии на которые открываются полные реквизиты. Дельтабанк, ТП банк. И по этим реквизитам вы переводите те 500 гривен, которые мы обозначили раньше. Еще раз повторюсь, после получения доверенное лицо подтверждает, они оказываются на балансе вот здесь. И после этого с баланса вы уже можете через кнопку «Новый депозит» распределить эти деньги, ну, так, как вы считаете нужным. Что есть еще у нас в окне профиль? Профиль. Ну, можно просмотреть собственный профиль. Имя, фамилия, отчество, номер телефона. Мои счета. В моих счетах это ваши счета, которые... на которые выводятся ваши деньги. Вот видите, вот сейчас вот мы вроде добавляли новый счет в систему, но он почему-то не сохранился. Ну, такое иногда бывает. Кабинеты у нас работают хорошо, но иногда бывают сбои. То есть в данном случае можно еще раз дописать то, что мы делали. Тут мы просто пишем номер карты Дельта банка, так как переводы по интернет-банкингу доверенное лицо осуществляет по номеру карты, то нам достаточно написать номер карты и добавить. Добавляем. Угу. Вы поняли, да, какие мы ошибки сейчас сделали? Счет должен быть привязан к участнику системы. Необходимо выбрать тип счета. Необходимо выбрать валюту, с которой будет еще внимательно заполнить реквизиты. В данном случае я пропустил валюту, выбор. Надо обязательно написать, что это гривневый счет. Окей. И после этого добавить. Вот, вот он появился. Дельта банк, Ерема Василий Николаевич. Проверяем мои счета. Все, вот теперь счет добавлен. То есть, если с первого раза счет у вас не добавился, попробуйте сделать это второй раз. Не знаю, с чем связано, но со второго раза всегда получается. Видимо, как-то там что-то сразу не проходит. Так, что у нас еще есть? Ну, тут еще отражается мое доверенное лицо, мой руководитель тут отражается. И запрос на изменение статуса. Это кнопочка, когда вы нажимаете после того, как у вас создалась ситуация, после которой вы имеете право нажать на кнопку изменения статуса и получить новый статус. Это менеджер. Для того, чтобы стать менеджером, надо привести под себя 5 инвесторов. То есть пригласить в систему 5 инвесторов. После этого вы имеете право подать заявку на менеджера. Либо продолжать участвовать как инвестор и получать 15% с первого вклада и 5% с последующих вкладов от приведенных вами новых инвесторов. Что у нас есть еще? Еще важная кнопка, вот приглашение. Тут можно видеть участников моей структуры. Имеется в виду, вот я на него нажму сейчас. В данном случае вот Алексей Серебряков, которого мы регистрировали. Вот он является уже участником структуры Василия Николаевича Ерема. Кроме этого есть еще кнопка «Реферальная ссылка». Нажав на реферальную ссылку, вы увидите свою реферальную ссылку, во-первых, а вот здесь слово «Invite», которое вы вписываете сами. В данном случае это Василий. Ну, изначально вам выходит вот такое пустое поле. Тут вы вписываете любое слово на, ну, английскими буквами и нажимаете «Сохранить». После чего это слово «Invite» сохраняется в кабинете. Вот мы еще раз проверим.
васил, слово инвайт. И по этому слову инвайту любой участник новый, чтобы стать инвестором, вписывает это слово ваше, которое вы создали, и регистрируется в системе. Ну, что тут еще можно увидеть? Ну, допустим, вот этот вклад. Два раза на него нажимаете, выходит детализация операции. Дата операции 28 января, сумма 400 гривна. Статус подтверждено, 25%, период месяц и сумма на конец периода 500. То есть, нажав два раза, кликнув сюда, вы увидите детализацию вклада. Либо нажав просто на кнопку детализации операции. В принципе, все. Спасибо за внимание. Может, немного сбивчиво, ну, как смог, так объяснил.